слово. Мне сейчас сюда. Я в Старую Каховку, в Старой Каховке я был уже много раз, очень много раз, и Таврийские игры, да, и просто приезжал, мне там всегда очень нравится. Но в Светлово я не был никогда, так вот сейчас первый раз ехать в Светлово. И вам немножко покажу, и мне будет интересно посмотреть, как оно. Светлово, Светлово. Каховка! Я сейчас на Светлово. Вот здесь построили такое огромное эко-маркет. Мы же с вами правильные велосипедисты, так что дорогу мы будем переезжать на пешеходном переходе. Сейчас я вам еще классный дом покажу. Его хорошо видно с дороги, когда ехать на Каховку. А мы сейчас заедем вовнутрь этого двора. Да-да, не удивляйтесь, но у Светлова тоже есть лежачий полицейский. Смотрите, вот этот лежачий полицейский. Я был в Белозерке, вон один, а вон дальше второй, вам видно, да, его? Я был в Белозерке, я был в Новой Каховке, я в Светлово, везде есть лежачий полицейский. А в Херсоне, вон, гляньте, машина, он не может перелететь, он обязательно притормажит, потому что он... У меня один вопрос, почему в Херсоне до сих пор нет, ведь это областной город. Где... Здесь, наверное, когда-то был фонтанчик, потому что трубы, да, система подачи воды. Но это было когда-то. Вот, я про этот дом, вот девятиэтажка кирпичная. Вот если со стороны дороги на нее смотреть, ощущение, что этот дом просто круглый. Вот, ребят, я говорю про этот дом. Если со стороны дороги на него смотреть, такое ощущение складывается, что он круглый. И если вы посмотрите, здесь даже нету переходов. А не, ошибаюсь, есть. Но все равно интересно, гляньте. Девятиэтажка так закруглена. У нас, конечно, есть Новые Каховки, дом без пап, там большущий дом, по-моему, на 12 подъездов, ну, длиннющий, конечно. А в Херсоне есть дом, называется плитный дом, Китайская стена. Там тоже подъездов, наверное, 8-10, тоже очень длинный дом. Ну, а в Старой Каховке есть вот такой, как бы... А вы куда? Труды у вас? Да. Да? Я Артур, привет. Тебя как? Саша. Все, удачи. Давай. Пока-пока. Да, вот такая школа Светлова. Там физкультура, тут труды. Здесь больничка. Давайте посмотрим на нее. Мы здесь сразу с левой стороны приемное отделение. Вот подъезд для скорой помощи. Тут тоже цветочки. Ну, девчата. Здрасте, здрасте. Вы практикантки? Да. А какое училище? Берислав? Да. Ясно, я тоже там учился. Там Гайдамака есть, Владимир Федорович? Есть. Неврология, да? От Артура передавайте ему привет. Хорошо, мы вместе. Он был моим классным руководителем. Все, спасибо, девочки. Давайте, удачи вам. Ну вот, встретил своих девчат. Как говорится. Ладно, шучу. Хирургический корпус. Это уже отделение травматологии, ортопедии. Двухэтажное.
Ну вот, ребята, я приехал в центр Таврийска. Давайте немножко пройдемся здесь. Сами посмотрите. Смотрите, окрашенные подъезды, лавочки. Очень красиво. Здесь тоже лавочки, ведерко мусорное есть, доска для объявлений, вход в подъезд окрашен. Ну, блин, красота. Просто все так мило, все так красиво. Вот такие дворики я называю бабушкиными двориками. Вот они всегда, знаете, вот у молодых никогда нет времени, они вечно заняты. А вот бабушки, они всегда там что-то подкрасить, где-то там сапкой посыпать, что-то там прилепить. Вот как-то так. Гляньте, какая красота, какая детская площадка классная. Вот импровизированный колодец, мельница, вот корабль. И это, ребята, это я вам показал только вот один двор, да? Ну, немножечко еще фотографии прилагаются к этому. Но поверьте, здесь практически каждый вот такой чистый, ухоженный, красивый дворик. Вообще скажу, ребята, мне очень понравился микрорайон Светлова. Очень понравился. Очень тихий, очень спокойный район. Здесь очень много пятиэтажек. Буквально 3-4 девятиэтажки я встретил. Здесь, смотрите, какое шикарное футбольное поле. Мне кажется, Херсонский Кристалл. Здесь отличные дворы. Мне очень понравились дворы. Я многие дворы проехал. И видно, с какой любовью, как там еще, с турботою, там наводится порядок. Какие заборчики, много растительности внутри. Все это поливается, ухаживается, скорее всего, ежедневно. То есть очень красивые дворы. Просто выходишь с подъезда, и глаз радуется, какая вокруг тебя красота. Как все подметено, бордюрчики окрашены. Еще очень меня так удивил приятно, это то, что возле школы имеются лежачие полицейские. Стоят знаки, и все водители, проезжая перед пешеходным, обязательно притормаживают. Это очень важно, потому что дети, вокруг школы имеется забор, и вообще атмосфера очень приятна. Что касается озеленения, то в микрорайоне Светлова очень много деревьев. Очень много здесь деревьев. Прям вот смотришь на дома, и они просто вокруг со всех сторон, изнутри просто обросли деревьями. Это очень приятно, это всегда свежий воздух, это всегда тенек. И здесь, конечно же, очень тихо. Я здесь уже гуляю, наверное, часа два. Я не вижу здесь большого движения, я не вижу здесь кучу машин, я не вижу здесь как бы каких-то предприятий, заводов. Здесь, по-моему, ничего нет. Это просто чисто жилой микрорайон, спальный микрорайон. Да, здесь только в центре там АТБ я видел, там при въезде есть эко-маркет. Также я еще не нашел здесь парк аттракционов. Не знаю, где он, но здесь вот, где я нахожусь, на территории здесь стадион, вот поле, здесь волейбольное поле, здесь и еще одно тоже поле,
есть. Дальше там вон есть тренажеры. Ну, сейчас буду дальше идти, буду дальше снимать. Но здесь очень мило и очень, как вам сказать, спокойно здесь. Потому что сейчас я дальше буду ехать в старую Каховку, то сразу говорю, там все намного оживленнее, чем здесь. Ребят, показал вам немножко Светлова. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если не трудно, поставьте лайчонка, подпишитесь на канал. Впереди будет очень много поездок.